Всем привет! Снова с вами Олеся Селезнева. И сегодня мы поговорим о том, какие инструменты хороши в нашей работе. Очень часто мне задают вопрос, как я считаю, лучше работать на земле холодными контактами, либо использовать интернет-технологии. В нашем деле, все правильно, есть два способа работы. Это более старый способ, да, когда мы работаем от человека к человеку, и новые интернет-технологии. Что касается сетевого бизнеса, это бизнес-отношения. Я надеюсь, что очень многие согласятся с этим. То есть можно, если мы выстроили с человеком какие-то отношения, то есть мы не просто говорим о бизнесе, да, там, только эта компания и все, а именно какие-то общие интересы, общие ценности, мы видим эмоции, смотрим друг другу в глаза, это все дает очень прочный фундамент в построении бизнеса. Это, знаете, как если сравнить, что когда дом строится, да, если заложен хороший фундамент, то дом будет стоять крепкий. И также, если между кирпичей там сделать хороший цемент или раствор, то дом будет прочный, теплый, там не пойдут трещины и так далее. Но есть и новый инструмент, который мы с вами просто не можем не использовать. Причина того, что мы живем в период новых технологий. И, конечно, я интернет использую с целью узнаваемости меня, записываю видео, потому что сейчас я бы не сорвалась, допустим, в какой-то город или, допустим, там, в Белоруссию, в Казахстан, и не поехала рассказывать людям о возможностях, да, которые я сегодня для себя рассмотрела. А интернет дает такую возможность. Поэтому у каждого своя техника, своя фишечка, но я считаю, что нужно держать нос по ветру, использовать все возможные варианты. Это мой маленький совет на сегодня вам. Для тех, кому был полезен мой совет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и передавайте свои видео по друзьям. Ну а я желаю, чтобы вы становились профессионалами и чтобы у вас все получилось. Всем пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.